216 в Ленинском, 257 за Свияжье, 66 в Железнодорожном, 210 за Волжье. Именно столько домов в среднем ежедневно обрабатывают в городе. Проводят дезинфекцию в местах общего пользования, входных группах, лестничных клетках и рекреациях многоквартирных жилых домов. Обработке также подвергаются перила, кабины лифтов и почтовые ящики. Однако такая санитарная безопасность не всем по душе. Среди жильцов есть недовольные граждане. У людей разные мнения. Есть люди, которые говорят, что зачем обрабатывать, так как концентрация хлора мешает нам дышать, есть астматики, есть. А есть люди, которые требуют, надо обрабатывать, у нас сегодня там кто-то заболел или не заболел, в целях профилактики мы обрабатываем как положено. Дезинфицирующий раствор «Беладес», которым производится обработка, по нормам ВОЗ и СанПин не является источником аллергена или раздражителем слизистых оболочек организма. Благодаря Центру управления регионом, социальным сетям и электронной системе «Инцидент» удается оперативно реагировать на обращения граждан и устранять проблемы. Жители домов по проспекту Авиастроителей 15 и бульвару Фестивальному 17 в Заволжском районе города оставили комментарии в социальных сетях с вопросами о дезинфекции подъездов в этом доме. В ответ от СУРа были даны разъяснения жильцам, а также проведены работы с устранением проблем. У каждого дела есть положительные и отрицательные стороны, не без этого. Кто-то говорит, что не унюхал запах хлорки. Были моменты, мы и бесхлорным обрабатывали. То есть для них вот запах хлорки – это как лакмус. Мы говорим жильцам, выходите с 7 до 9, кто хочет нюхать в прямом смысле, пожалуйста, убедитесь. Центр управления регионом был запущен в работу в Ульяновске в апреле текущего года. Сегодня областной ЦУР является эффективным и оперативным помощником в решении проблем жителей региона. Антон Никонов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.